З бензапілой яны даўно на ты. За плячыма ў кожнага тысячы зваленых дрэў. Але на конкурсе гэта трэба зрабіць максімальна дакладна і хутка. Максімум за 3 хвіліны. Соревнования вальщиков леса проводятся, чтобы показать важность безопасного труда в лесном хозяйстве, выявить профессионалов на самых лучших вальщиков для отбора на республиканские соревнования вальщиков леса. У кожнага конкурсанта 6 розных испытаў. Самы складаны – валка дрэва. Затое пры выдатным выкананні дае больш за 40% ад агульнай колькасці балаў. Тут важны кожны градус і міліметр. Майстэрства вальчыкаў ацэньваецца па міжнародных крытэрыях. Вальчык леса – адна з самых опасных, тяжелых, ну, в то же время мужественных професій. Поэтому здесь адбіраюцца маладыя кадры для зборнай Республікі Беларусь. Талантлівая маладзёжь, именно, которая в дальнейшем будет представлять республику на международной арене. Как знаете, наша сборная в прошлом году стала чемпионом мира, и наш представитель стал чемпионом мира в личном зачете. Поэтому нам теперь надо держать марку. Другий год запар лепшим у профессийном майстерстве сирот юниоров в области признается работник Івацевіцкага лясгаса Иван Крень. Вальчыкам лесу працуе 5 гадоў. Негледзячы на маладосць, с пілой справляецца лепш за многіх іншых. В том году, получается, ну, в районе занял среди юниоров первое место, поехал на область, там тоже первое место. Ну и на республику, получается, тренировался, тоже первое место занял среди юниоров. Я считаю, что такие соревнования позволяют оттачивать опыт, делиться мастерством, ну, среди вальчыкаў леса. Пасля ляснога этапу спаборніцтва перамясцілася на гарадскі стадыён. Тут лесарубы дэманструюць распілоўку бярвення і хуткасную абрэзку сучкоў. Замяняюць на хуткасць у бензапіле ланцуг. Прадстаўнік Теляханскага лясгаса Александр Крываль – адзін з самых вопытных конкурсантаў. З бензапілой амаль чвэрць стагоддзя. Несмотря на все сложности, работа вальщика нравится, я ее люблю. Каждая делянка, каждое дерево, оно, ну, валяется индивидуально. И структура дерева, она, ну, рвется по-разному. И, ну, каждый день, вот, телянка большая, там объем, есть меньшие. И, ну, там все по-разному. По выниках конкурсу у командном залеку пераможцам стал Івацевіцкі лясгас. Другое место у минулогоднего лидера Теляханского лясгаса. Замыкая тройку призеров команда з Барановіцкага района. Алена Ракуць, Аліса Грыгаршук, Юрий Цітоў, телерадиокомпания «Брест».